Всем привет! Недавно было видео на канале про умную штору от Zemi Smart. Люди спрашивают, работает ли штора с Алисой. Я решил выпустить отдельное видео, потому что достойно того, чтобы посмотреть. Вот я покажу на планшете. Штора откроется через 4 минуты. Ну и остальное там. Таймеры в Алисе можно ставить на 24 часа. То есть они сработают в течение суток. Для примера я хочу показать, рассказать о том, как открывать можно шторы. Ну, их можно назвать и шторы. Алиса, кстати, отзывается. Она выполняет команду и на голосовую команду шторы, и на голосовую команду жалюзи, так как жалюзи я проименовал их, а шторы по умолчанию. Вот я, допустим, вам расскажу. Включение и выключение. Открой шторы, закрой шторы. Степень открытия. Открой шторы на треть. Прикрой шторы. Прикрой шторы. Приоткрой шторы. Приоткрой шторы наполовину. Приоткрой шторы на 10%. Открой шторы на 50%. Установи открытие штор на 10%. Открой шторы на 50%. Оставь открытые шторы на 10%. То есть представляете, сколько команд? Отложенные команды. Открой шторы на 15 минут. Закрой шторы через 2 часа. Отмени все команды. Приоткрой шторы через 20 минут. Вот, кстати, Алиса не может проверить, есть команды? Нет ничего невозможного. Ну, то есть она не понимает этого вопроса. А ваши команды могут отражаться вот в этом... Так, заткнись. Таймеры, когда мы открываем. Алиса, стоп. Когда мы открываем сценарий, и мы видим, до открытия штор 2 минуты осталось. То есть это отложенная команда. Ну, для примера, кстати, до закрытия, наверное, штор. Алиса, закрой шторы. Окей, закрываем. То есть команда четко выполняет. Сейчас была команда шторы. Алиса, шторы, стоп. Ответ нет. Да, такой команды нет. Алиса, стоп. 1 минута осталось. Алиса. Алиса, приоткрой шторы. Открываю. Почему открываю? Она должна приоткрыть. Ну вот сейчас должна сработать команда, а мы по идее открываем. Вот что сейчас будет? 16:38. Успеет, наверное. Так, смотрим, что произойдет. Ну и потом я расскажу, что можно делать в приложении. Я использую приложение YaSmart. Это то же самое, что Smart Life, Tuya. Какие там еще подобные приложения, не помню.
Ну вот я использую, я смарт. И вот сейчас 38 минут. Так, что еще до конца минуты будет ждать, что ли? А, может там какие-то секунды были. Так, тихо. Ну, корми бабай. Все, поехало. То есть все четко. Ну, скажем так, там, видимо, было 17:38, столько-то секунд. Сейчас мы попробуем на открытие. Вот, завершенный сценарий, я не знаю, он, наверное, должен исчезнуть после того, как выполнится, по идее. Ну, или отложенная команда, это не сценарий. Так, попробуем. Алиса, открой шторы на 10%. Конечно. Что там? Ага, 10%, видимо, это открытости. То есть она откроет на 90%. Ну не факт, сейчас посмотрим. Да, она оставила 10% до... Ну, я так чувствую, что 10%. Мы можем это посмотреть в приложении YaSmart. Заходим. Мотор. А здесь это здесь 9%, да. Ну ладно. То есть вот так вот называется мотор, потому что мне нужно английские буквы для того, чтобы открывать с помощью Google. То есть я говорю там Google. Но Google открывает либо открыть, либо закрыть. По процентам он не открывает и не закрывает. Алиса, закрой шторы на 90% через 1 минуту. Алиса, закрой шторы через 1 минуту на 90%. Секунды она не говорит. 42 минуты, это практически, да, через минуту. Ну, а в приложении YaSmart, естественно, все отображается, ну, как почти онлайн. То есть оно как бы немножко позже там, видимо, пока туда-сюда доходит. И мы можем видеть, как это происходит. 42 минуты. Если что, на видео я скорость увеличу для того, чтобы не так долго ждать было. Ну, что сказать. Покупка, я, естественно, очень доволен. У нас есть еще другая ролл-штора, которая вставляется в алюминиевую трубу, на которую наматывается. Я нашел ее на AliExpress. Все, пожалуйста. Поехали. Ага. А я что сказал? Открой. Ладно, на видео посмотрю. Алиса, закрой жалюзи. Закрываю. Да, то есть вы видите, команда выполняется как штора, как жалюзи. То есть все без вопросов. Как вы назовете, так она и выполнит. Планшетик старенький, но рабочий. Ну вот так. Так что абсолютно пригодно для Яндекс станции, для Алисы. Можно исполнять любые команды. Ну, не любые, но большинство. По крайней мере, функционал гораздо выше, чем у Гугла.
Гугла я тоже покажу далее. Если вам видео понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока. Ну, в приложении тоже мы можем убирать. То есть мы можем вот так раз. 98. 96, да? Раз. Раз, раз, раз. Ой, загородил. Ну, допустим, 61. Ну, 60. Ну, 61%. Если хотим полностью, берем. Все, подняли. Либо стрелочка вправо, ой, вниз, вверх. Если у вас настройки сбиты, когда вы делаете отметку верхнюю и нижнюю, и у вас крутит в обратную сторону, здесь сделать элементарно, либо с помощью кнопки, либо вот мотор-детектор. То есть этот мотор-детектор, дирекцион. Ну, мотор-дирекцион. То есть это реверс мотора, скажем так. Ну все.